Сегодня же в рамках патриотического форума губернатор Виктор Толоконский встретился с активистами общественных организаций ветеранов боевых действий. С ними глава региона обсудил меры поддержки участников военных конфликтов, а также работу по патриотическому воспитанию молодежи. Общественники предложили создать координационный совет ветеранов, который мог бы принимать участие в обсуждении соответствующих законопроектов и рассматривать их вместе с депутатами. Глава региона одобрил инициативу, он также дал поручение правительству края разрабатывать дополнительные меры социальной поддержки участникам боевых действий.